Приветствую вас на канале RedCat. Сейчас на часах у нас 2:30, и я сел для вас записывать новый эпизод Пиги. Колли, ребята, вот так вот Куава у нас появилась, новый персонаж, смотрите. Это один из двух скинов. Мне тут сказал, что второй скин добавят чуть-чуть позже. Как я уже сказал, сейчас, ну, по крайней мере на моих часах, 2:30 ночи, и поэтому, ребята, я сейчас решил разочек поиграть, попробовать пройти этот эпизод, называется Factory, как я, в принципе, догадывался. Поэтому давайте быстренько подпишемся на мою страничку RedCat YouTube в Инстаграме и будем смотреть, что же в новом эпизоде. Будем ли мы убивать Виллу? Многие писали, что все-таки будет корабль, но, ребят, я говорю, что будет фабрика. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Мы будем убегать с того же места, с которого начался прошлый эпизод. Итак, вся интрига. Вилла стоит. У нас почему-то уже только двое. Остальные, видимо, уже убежали, откуда пришли, через канализацию. Так, что-то она говорит, ей не нравится. Что за звук она слышит? Ну, короче, она говорит, что у нее есть оружие. Это не совсем справедливо и поэтому не очень весело. И поэтому она выстрелила в потолок и дала нам, так сказать, некоторое время для того, чтобы убежать. Фух, ну что, ребят, крутое обновление, я поиграл, действительно сложное, в одиночку я никак не справился, попросил ребят помочь, потому что очень большая локация, много бегать нужно, много всяких ключей, все это нужно повыполнять, очень много, скажем так, ребят, которых нужно освободить. Для меня единственное, пока непонятно, кто их, скажем так, туда поместил, что ли. Почему они все, вот смотрите, один завален, видите? На него что-то упало. Вот здесь вот за сеткой стоит парень. Почему-то он за сеткой стоит, не знаю. А вот эта музыка, если играет, это значит где-то рядом Вилл. Кстати, ребят, после этого обновления ее перевели. Действительно, ее имя переводится как Ива. И теперь она в игре Ива. Это очень странно, неожиданно, все уже привыкли ее называть Вилл. Так, слева я увидел выход. Теперь нам нужно как-то найти ключик. Ключик, где же ты? Так, тут есть еще третий этаж, поэтому я сейчас поднимусь на третий этаж. Посмотрю, возможно, там есть ключ. Так, музыка играет, это нехорошо. Это очень нехорошо! До свидания, до свидули, мне туда не надо. Короче, ребят, сейчас я играю, что мой второй аккаунт за Пиги, поэтому у нас сейчас только Виллу бегает за нами. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Если, кстати, она попадает, то вы на какое-то время останавливаетесь, и она может вас догнать и, собственно, убить. Поэтому будьте аккуратны. Так, по-прежнему закрыта зеленая дверь, и нужно сейчас опять мне карабкаться наверх. Я уверен, что ключ именно там, потому что больше ему негде быть. Ну что ж, ребят, я был не прав. Мне казалось, что в начале игры у нас будет выбор, что сделать, застрелить или не застрелить. Ага, тут она капкан уже пораставляла. Ну и ключик, как я и думал, есть. А вот зеленая дверка по-прежнему закрыта. Где найти этот ключ, пока непонятно. Ладно, еще одна дверь. Давайте посмотрим, что здесь. Так, а здесь у нас еще, вот смотрите, еще один пассажир. Пассажир, говорю. Еще один персонаж. Она тоже там в огне, нужно ее спасти, нужно найти огнетушитель. И вот из-за этого, ребят, очень долго проходится эпизод. Нужно постоянно бегать с одной стороны в другую. Вот лестница там была, кстати, там справа я видел, что тоже девочка какая-то, она прямо на самом верху, и там нужно подставить будет лестницу. Короче, ребят, сейчас мы все будем спасать и смотреть, что нам делать дальше. Все, открылась следующая дверь, смотрим, что здесь у нас. А вот, кстати, с той фотки, помните? Это локация. А, вот и зеленая дверь, но она по-прежнему закрыта. Нужно искать, как ее открыть. Вот, смотрите, есть сейф. Возможно, там зеленый ключ. Окей, нужно поискать ключик к нему. Так, там я видел слева еще один персонаж. Вон, видите, он там доской закрыт. Его тоже нужно как-то освободить. Но уже пришла Вилл, и мне нужно как-то отсюда выбираться. Возьму-ка я меч. Дам пони, пускай он с ней разберется. Слишком она какая-то активная. Опа, попался.
Как и в прошлом эпизоде, боты расставляют уже капканы, причем у них такое впечатление, что и они не ограничены. Вон, парня уже слева спасли, ему уже дали все необходимое, чтобы он смог убежать. Но они просто стоят на месте. Когда вы спасаете персонажа, они говорят какую-то фразу и останавливаются на месте. Я, конечно, ребят, подробно все еще расскажу. Давайте смотреть, что будет с пони. Так, он ударил. Ой, она меня стрельнула, и я тоже остановилась. На какое-то мгновение я уже убежал. Скорее всего, персонажа просто благодарят. Я уже некоторых спасал. Не думаю, что там какая-то важная информация будет, но на всякий случай покажу вам абсолютно все. Ну и концовки. Пока непонятно, как делать вторую концовку. Я пока увидел только одну концовку, у меня она получилась. А вот как вторую сделать, пока еще не ясненько. Так, берем ключик и убегаем отсюда. Опс, опс, опс. Опс, она мне попала опять. Но странно, почему-то она не идет при этом. То есть, да, она стрельнула и могла бы в этот момент подбежать и меня убить. Почему-то она стоит на месте и чего-то ждет. Видимо, пока я убегу. Так, хорошо, давайте убегаем от нее. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Нам нужно с ключами сейчас быстренько вернуться в противоположную сторону. И я хочу открыть сейф, посмотреть, возможно, там зеленый ключ. Вот зеленый ключ очень нужен, потому что там комнатка, где находится очень важная локация. Кстати, на фотке я тоже мне тут показывал. Там конвейерная лента. О, я нашел отвертку. Отвертку я нашел. Слушайте, где-то вот отвертка тоже что-то нужно было сделать. Вот что, я не знаю. Там сплошные какие-то выстрелы раздаются. Вы видите, какая-то большая карта, конечно, здоровенная. О, нашел, отлично. Есть, мы нашли зеленый ключ. Шикарно. Так, где музыка играет? Где музыка играет? И чуть не врезался в Виол. Каким-то чудом мне повезло, что она меня не убила. Я слышу музыку, но почему-то не поднимаю глаза наверх. Иду себе спокойно, и тут встречаюсь прям лоб в лоб ней. Так, ладно, я попытаюсь сейчас найти, куда же применить эту отвертку. Думаю, сейчас... Вот, видите, его тоже надо спасти. Что-то надо было открутить. Мне кажется, в прошлый раз, когда я играл, когда в одиночку я играл, я что-то находил, что-то, какой-то ящик надо было открутить. Но я его не могу сейчас увидеть. Так, ну ладно, вроде тут все уже осмотрел. Мне тут нужен только топор, чтобы освободить снизу парня. И вот открылась зеленая, наконец-то, локация. Смотрите, она тоже очень большая здесь, поэтому зеленый ключ вам нужно очень обязательно найти. Так, здесь конвейерная лента, по ней можно сбираться. И вот он, да, вот он. Вот, видите? Что-то меня обгавкали. Есть, я нашел топор. Теперь я могу освободить того парня, который находится в противоположной стороне. И вы видите сейф. Там парень... А, вот, с ключом как раз. Помню, что он бегал с этим ключом. Так, ну давай, давай. Давай, давай, отпирай. Все, он открыл. Он забрал оранжевый ключ. Оранжевый ключ это был с третьего этажа. А, Виллоу, убегаю. Мне с ней совсем не хочется сейчас встречаться. Ага, тут, короче, спрыгнуть с конвейера можно не везде. Только там, где лесенка приставлена. Так, все, отлично, пони пошел разбираться. Давайте быстренько сейчас спущусь вниз, наверное, освобожу того парня. 2 минуты осталось, не так уж много времени. И пока еще мы, видимо, не всех спасли. Так, 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 где кто еще находится? Где-то он здесь был? Где-то, вот парнишка. Got dropped. Я попал в ловушку. Тут какие-то завалили меня коробки. Неужели всех этих ребят просто... скажем так, завалило, или они случайно туда попали. Мне кажется, что это Вилла их туда всех посадила. Оказывается, это какая-то случайность, они не специально сюда попали. Это очень странно. Так, ну что, минута 40 осталось. Почти, мне кажется, уже все освобождены. Пойду наверх, там, где была закрыта оранжевая дверь. Возможно, там что-то мы еще упустили и не доделали. Да, интересный эпизод, пока не все понятно мне, ну ладно. Ребята, я завтра буду дальше проходить, и сегодня вот
с одной концовочкой вот пройду только. Так, эту девочку-то тоже освободили от огня. Ну все, мне кажется, мы вроде уже всех освободили. Я, по крайней мере, не знаю, что тут еще делать. Опа, смотрите, вилла застряла. Че, она вообще не двигается? Минута 0.4 осталось мне. Я так аккуратненько проехал. That's Villa taken care of. Let's get out. Короче, мне уже парень говорит, что нужно убираться отсюда. Видимо, последнего из ребят, которые были каким-то образом завалены или еще что-то, мы освободили. И сейчас мы отправляемся на выход. Ну что ж, ребята, да, выход открыт. Можете ставить уже лайк под этим видосиком. Я прошел концовку. Пол третьего ночи, но я ее прошел. Так что можете ставить лайк. Подписывайтесь на канал, уже завтра будет еще много видео. Я еще буду играть неоднократно в эту игру, поэтому все вам расскажу, покажу. Увидим все секретки, посмотрим две концовки. Ну а сейчас, ребят, что происходит? Так, у них идет общение. Вот тут выходит Зузи. Ребята говорят, что мы их спасли, поэтому, типа, мы хорошие. Она говорит, кто вы? Пони говорят, это сестры Зизи. Ты, короче, помнишь эту сестру, которую ты загубила, грубо говоря. А у нее были сестры, говорит Ива. Видите, Ива, не Вилла уже, и Ива. И тут вот, кстати, тут выстрел. Кинул нож все-таки тигре, как я и предсказывал. Видите, у нее только один сейчас в руках нож. И выбил все-таки из рук Виллу пистолет, как я и предсказывал. Короче, она говорит, что не знает, что у нее были сестры. И тут жирафи появляется и говорят, что с ним будет абсолютно все в порядке. То есть он не смертельно ранен. И это очень хорошая новость. Я очень переживал за жирафи. Так что, ребят, все в порядке. Все хорошо, жирафи, никаких проблем не будет. Так, ну что ж, появляется какая-то Кейти, которая вот говорит о том, что мы должны держаться вместе, что они осознали, что все-таки выжившие должны помогать друг другу, и вроде уже такой хэппи-энд намечается. Да, ну окей. Давайте смотреть, что будет дальше. I can save her. Потом Ива говорит, что она может как-то спасти Зизи, но Джордж говорит, что он не верит ей. Она говорит о том, что подслушала, как военные говорили, что они отправляются на север, и у них там вроде как есть это лекарство. Короче, ее спрашивают, почему же ты нам не рассказывал это раньше? Она говорит, что, ну, потому что я хотела спасти своего брата Вильяма сначала. А так, это, оказывается, ее брат, я думал, что это ее сын. Потому что он был заражен, и она, видимо, хотела для него лекарство сперва достать. Ну, короче, опа-па, ребятки, что случилось? Нет, Минитун делает обновление, возможно, он добавляет второй скин, и из-за этого я не могу дочитать для вас историю, посмотреть, что же там дальше приключилось. Короче, ребята, это эпик фейл, но так как уже говорю, что уже довольно-таки поздно, я не буду перезаписывать этот эпизод, вы сами тогда уже посмотрите, что будет дальше. Ну, а если нет, я с утра проснусь, запишу для вас этот видосик, новый, где вы увидите целиком эту историю. Ну а также мы все-таки попытаемся сделать еще и вторую концовку, хотя мне эта концовка безумно нравится, я бы уже ничего не переделал. Мне очень хочется узнать, что же там дальше, поэтому, ребят, я сейчас отправляюсь спать, чтобы завтра с утра с новыми силами вам рассказать все приколы, все эпизоды в Пиги. Так что дождитесь. Всем до скорого.